Приветствую вас. Как дела у вас? Как настроение? Спасибо, хорошо. Чего вам желаю тоже. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста, и почему вы решили со мной поговорить и на какую тему? Меня зовут Дмитрий, я из Самары. Я видел ваш ролик, в котором вы призываете к сотрудничеству. Такому вы говорите, наука о человечности требует своего понимания, определения некоторых, то есть что в конце концов значит, допустим, тот же термин совесть. Как его определить? Да, например, совесть. Как определить? Да. Например, да. В данный момент я размышлял на эту тему, да, и нашел. Совесть и интуиция – это весьма такие родственные понятия. То есть, меня интересовало, я несколько месяцев размышлял, используя метод ключ, что такое интуиция, да? Интуиция – это наше сугубо личное, да, а совесть – это как бы всеобщее, всеобщая интуиция. Через 10 минут позвоните. Как некая сила, которая внутри вас, которая требует установления правил верного. Чтобы человек искал Бога, а не наоборот. Чтобы ученик искал учителя, а не наоборот. Чтобы жена уважала мужа, дети уважали родителей. Когда такой порядок складывается, то он как бы естественный, все вокруг происходит самым естественным образом. То есть, это как общее понятие. Я изучал вопрос интуиции, да, то есть ты просто забрасываешь в поисковый, что такое интуиция. И там целая куча таких вещей. Там какая-то там психоэнергетическая оболочка, можно к ней как-то там подсоединиться, в результате чего ты получишь то, что никогда тебе правильно не скажет. Что идеи как, там с вероятностью 50 на 50, 90 на 30, еще что-нибудь. Но на самом деле все получилось совершенно наоборот. То есть интуиция – это как? Она говорит нам всегда определенные вещи. То есть, все началось с того, есть такие энтузиасты в Тульской области, Алексей Меняйлов, и он там со своими людьми выяснил, существование таких понятий, как индикаторы. То есть, каждое наше чувство о чем-то говорит. Допустим, обида, боль, негодование. Это как язык интуиции, да, но я решил, используя метод ключ, все эти чувства, да, все эти индикаторы смоделировать, внутри себя. То есть я сам себе задаю в состоянии ключ, допустим, ту же боль, но она перетекает, это и есть язык интуиции. Так, сейчас еще раз. То есть вы вызываете ключевое состояние и задаете себе, что значит боль задаю? Смотрите, какая боль, да? Боль – это индикатор того, что скрыта важная для понимания деталь. Так. То есть, в результате человек теряет ориентацию в понимании, начинает цепляться за первое, что уверенно себя держит. Обычно это обманщик. Он-то себя чувствует уверенно, он знает о том, что он врет. После того, когда приходит, увидишь эту скрытую для тебя деталь, наступает чувство обиды. Это когда увидел, но еще не принял, не хочешь верить в это, то, что чувство обиды. Потом, то есть, когда ты принял, понял, что тебя все-таки обманывали, как-то использовали, наступает негодование. Хочется там, я бы там сейчас дал бы по мозгам там, или еще что-нибудь. Но
Вопрос в том, что это тоже индикатор, вот это негодование. Ну, человек негодует, когда не понимает последствий греха. Ну, или пусть для атеистов будет непонимание последствий морального преступления. То есть за все такие действия, то есть человек расплачивается. Ну, и причем сразу расплачивается тупостью. Ну как? Я взял за основу несколько этих индикаторов, гоняю их туда-сюда. Ну, естественно, всплывают сопутствующие ситуации. То есть как всплывают мысли, то есть, ну, параллельные ситуации видны в жизни, то есть в общении с людьми. Ну и как? Вот, и все время я упирался в такое ощущение страха. То есть вот как приходит понимание вот этого вот природы негодования, то есть, ну, в том, что я понял, что этот человек получит какие-то последствия, да, вот тут начинает накатывать следующий индикатор – страх. Страх – это индикатор правильного поступка, то есть не опасности для жизни. Ну, как, ну, в присутствии более значимого человека мы начинаем теряться, или на святом месте у нас начинает что-то с рук выпадать, спотыкаться, то есть такой момент. Ну, вот когда происходит такой правильный момент, страх, да, то получается переходит пространство влияния от этого неправильного человека, ну, точнее, неправильно поступающего, правильно поступающего. То есть тут становишься ты уже понимающим и уверенным, а он перестает понимать, то есть эта боль возникает в нем, ну, и он начинает к тебе обращаться. Тут, понимаете, как за хвостик мышку потянуло, вытащил кита, наверное. Я хочу сказать, я вас сейчас внимательно слушаю. Чувствую в том, что вы говорите, что-то есть, но никак пока не уложу у себя в голове. Никак. Вот понимаете, вы сказали, у меня есть индикаторы, например, боль, да? Они у всех есть, в том-то и дело. Что-то делаю, я чувствую какое-то напряжение, значит, я не туда иду, да? То есть совесть. Да, но это, смотрите, эти индикаторы, то есть их множество, да, я поработал с небольшим количеством, да, и вот когда их состояние включая, я смоделировал, да, получился целый язык. Ну, то есть как бы, ну не то чтобы язык, а карта, то есть все это находится, эти состояния, они... Ну как, слой за слоем идут, они не могут одно состояние перескочить через другое. То есть как шкала, мы по ней поднимаемся, мы должны понимать, где мы находимся. То есть именно благодаря этим индикаторам. То есть никакому вот этому вот всякому тонкому миру вызывать духов не надо для того, чтобы понимать язык интуиции. То есть язык интуиции нам и так говорит, он кричит в ухо, да. То есть мы чувствуем боль, да. Вместо того, чтобы искать скрытую деталь, мы... там выпьем или таблетку или еще что-нибудь, глушим. Уже немножко проясняется картина, уже немножко проясняется. То есть вы говорите о том, что у нас есть бессознательный механизм. Совершенно верно. Он есть у каждого индивидуальный и есть общий. Да, и этот бессознательный механизм, когда мы что-то делаем не так, как бы нужно было бы по природе, по естеству, по правильным... И дело в том, что не только когда мы сами, да, а когда и окружающие вокруг нас тоже делают что-то не то, мы это чувствуем. Да, мы натыкаемся на какое-то ощущение, и мы пытаемся его избежать. Да, 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 то есть мы не хотим слушать его. Стопить или там переключиться, и мы не хотим это услышать. То есть мы голос... Голос интуиции, как бы пытаемся чем-то забить, переключиться, а вы в состоянии, в ключевом состоянии саморегуляции стали исследовать у себя, да? Совершенно верно, да. То есть этот язык он говорит нам, да, но, видите ли, в контексте вот нынешней жизни, это как бы, ну, все устроено на обмане, да. Если мы начнем разоблачать каждый каждого, то это вызывает страх. Ну, а страх – неприятное ощущение. То есть, ну, потом после страха наступает понимание, наступает удовлетворение. То есть, как бы вот работая над этим, я полностью потерял способность гневаться. Хотя всегда был очень горячим парнем. То есть, мог сказать и высказать, и не только сказать. Но
Я просто вот это чувство негодования, когда накатывало, да, то есть оно поэтапно, я отслеживал. То есть, или даже как, вот происходит непонятная ситуация. Я начинаю сам своему организму задавать вопрос, что это? Обида, боль, негодование, страх, да. То есть вот организм сам подсказывает. То есть, ну, как бы выбросили тебя в небо, ты крылья расправил, раз, ты поймал, да, и пошел лететь туда, куда тебе надо. Но вот, понимаете, то есть вот на этих исследованиях тут получается следующее. То есть мы как бы активизируем эти последствия греха, ну, своим пониманием. То есть вот, понимаете, вот как Иисус Христос учил, да, нас там прощать, там, да, вот прощать, да. До меня дошло, что он учил прощать тех, кто просит прощения, а тех, кто не просит прощения, разоблачать, и они получат свое воздаяние. То есть, как бы, получается, если ты прощаешь, когда тебя не просят, ну, ты оправдываешь виноватого. Это точно так же плохо, как, ну, обвинять невиновного. То есть, одной и той же природы. А нас учат, да, просят, не просят, ты ж прощай, прощай, да. Нет, нужно не то, чтобы прощать, да. Вот пока, когда человек, ты его понял, да, что он тебя обманывает. Ну, он остается, он тоже это понимает, что ты его понял. То есть, если в этом состоянии, то есть, он просит у тебя прощения, значит, нужно обязательно простить. Как бы тебе не хотелось его не прощать, но надо простить. То есть, тогда происходит такое какое-то взаимное обучение какое-то происходит. Да? Ну, во-первых, для тебя самого, то есть, это как, очень-очень тебя возвышает. То есть, каким образом это возвышает? Тут есть исторический факт о Юлии Цезаре, да? Вот он там здорово бился с галлами в меньшинстве, ну, в конце концов их победил. Ну, привез ихнего лидера Герцингеторикса в Рим, показал римлянам, ну, а тут попросил прощения. И Цезарь его простил. Именно для того, чтобы показать свою власть. То есть, если бы не попросил, он бы его, естественно, убил бы, тоже для того, чтобы показать свою власть. То есть, все складывается, ну, как, в определенное такое понимание. То есть, одно на другое накладывается, то есть, кирпичик на кирпичик, да. Ну, и тут же приходит понимание, Иисус всегда проповедовал о Царстве Божьем. То есть, что никакое, которое когда-то придет, где-то там будет или здесь. То есть, он говорил, не верьте, да, а которое внутри вас. То есть, он учил, как стать царем. Я тоже так думаю. Царство Божие внутри вас есть, он говорит. Да, да. То есть, он учил, как быть царем. То есть, когда просят прощения, прощать. Очень интересно то, что вы говорите. Знаете, вот я сейчас что, вот, например, говорил, что вы использовали ключевое состояние для самоизучения, для самоисследования такого тонкого момента, как интуиция и совесть. Это очень интересно. То есть вы занимались таким каким-то самоанализом, самоосмыслением с помощью этого. Да, смотрите, я занимался изучением не себя, как какого-то уникального, да, такого вот, единственного в своем роде. А вот я изучал себя как типичного человека, обычного, самого заурядного. То есть именно это меня вещь интересовала, то есть как это будет и другим людям подходить. Я уверен, что это будет другим людям. Сделаем. Вот мы же вот все вместе созидаем науку человечности, и вот вы сейчас рассказали один из элементов, как вы занимаетесь осознаванием вот этих внутренних бессознательных механизмов, которые связаны у человека с совестью, с интуицией. Давайте мы это видео сейчас поставим на YouTube и пригласим наших всех участников школы «Человек будущего» Homo Futurus, чтобы они поделились своими впечатлениями об этом разговоре и позадавали вопросы. И вообще это интересно. Вот то, что вы рассказываете, очень интересно. Единственное, что вот немножко некоторые моменты неясные, потому что вы говорите о своих ощущениях, но поскольку мы не живем в головах друг у друга, поэтому я бы хотел, чтобы все позадавали вопросы. Эти вопросы, а мы бы с вами, собрав эти вопросы, еще раз встретились, еще бы раз поговорили,
А вы бы, я эти вопросы все заберу, и вы их увидите в комментах, а вы бы на них поотвечали, на эти вопросы, и картина бы прорисовалась яснее. Это же есть процесс творческого созидания. Я с вами согласен. То есть, смотрите, Хасан Магомедович, вот тут очень интересный момент, да? Вы, думаю, так же, как и я, и как большинство людей, смотрели мультфильм советский «Маугли». Да, «Маугли». Там очень хороший такой вопрос всегда задают. А ты знаешь закон джунглей? Ну. Да. И вот когда Ка задал вопрос Маугли, да, тот ответил. Ты и я, ну, ты и я одной крови. Ну, моя добыча, твоя добыча. То есть, ну, а в то же время, как, ответ на вопрос, когда Шерхан задает этому табаке, шакалу, да, каждый сам за себя. Каждый сам за себя. То есть, вот именно девизом вот этого вот всего события, да, ну, обсуждения, именно должно быть. Мы с тобой одной крови, моя добыча, твоя добыча. Хорошо, очень хорошо. Знаете, да. Мне так отрадно, что мы вот обсуждаем эту тему. Причем мы ее обсуждаем именно таким живым образом. Потому что то, что вы рассказываете, ведь это у многих-многих людей есть какие-то вот эти вот соображения по этому поводу. Совершенно верно. Ну, а мало ли кто тоже с ситуацией сталкивался. Эти все, ну, нету людей, которых бы вот этих индикаторов не было. То есть, ну, он, ну, может много в жизни понять то, чего раньше не понимал. То есть, решить какие-то проблемы. Очень интересно. Очень спасибо вам огромное. Спасибо. Вам спасибо большое. Вам спасибо за ваш метод. Будем ждать вопросов, и в следующий раз мы встретимся через пару дней, и вы на эти вопросы, пожалуйста, ответите, ладно? Обязательно. Спасибо большое. И приглашаем всех участников. Пишите Дмитрию вопросы прямо там в комментах. Давайте. Спасибо, Дмитрий. Спасибо.